Ну вот и наступил февраль 2018 года. 1 февраля мы находимся в Суздале. И мне хочется в этот славный, по-настоящему зимний, морозный и снежный денёк прогуляться с вами по этому древнему-древнему русскому городу. Через несколько лет Суздаль будет отмечать свое тысячелетие. И вот мы с вами пройдемся сегодня по не очень хоженым заезжими туристами тропам и посмотрим, как сочетается старое и новое в Суздале. Ковка – изделие из железа, один из древнейших промыслов на Владимиро-Суздальской земле. И для бытовых нужд, и для красоты. Он и сейчас очень востребован в Суздале. Ну вот главная улица Суздаля, которая идет через весь город, она до сих пор называется, видите, улица Ленина, бывшая Владимирская. Ну, та логика была понятна, да, потому что эта дорога как раз идет на Владимир. Кто идет, кто едет? Слышно ли там колокола звенят? И снег скрипит, по дороге мы идем. И сейчас вот по тому мосту пойдем на другой берег Каменки. В Суздаль мы не в гости приехали. Можно сказать, что я здесь живу. Правда, я еще живу в Москве и в Варне, ну, когда где захочется. А в Суздале у нас гостевой дом, колокольцы называются. Здесь муж мой хозяйничает, да гостей принимает со всего мира. Об этом мы рассказываем в наших видео на канале. Гости дорогие, добро пожаловать! Кому интересно, посмотрите, да отзывы наших гостей послушайте. А Суздаль мы знаем, как свои 5 пальцев. И показать его гостям можем так, что на 200% останетесь довольны. Резьба по дереву – это один из самых распространенных здесь и любимых суздальцами видов мастерства. Это произведение современных мастеров, как нам сказали хозяева дома. А этот домик украшали еще в советский период. Ну а это творчество мастеров 19 столетия. Ну а здесь представлены труды современных суздальцев для услады туристов. Суздальские леденцы да пряники. Ну как вам наша прогулка по Суздалю, понравилась? Тогда не скупитесь, ставьте лайки, да почаще заглядывайте на мой канал. А подписаться на него вы не забыли? И на колокольчик нажать. Мы друзьям верным да настоящим всегда рады. Ну а со своей стороны полные просмотры ваших видео да лайки с комментариями гарантируем.